我が身に酔いしれるかい。Меня зовут Брайан Айерс, я европейский бренд-менеджер Capcom и работаю над Street Fighter 5. Street Fighter — это долгоиграющая серия файтингов, которая включает в себя огромное количество самых разных версий игр. Сейчас мы готовим пятую номерную часть. Это возможность продемонстрировать абсолютно новых персонажей для файтинг-вселенной Capcom. Ну и вернуть некоторых старых героев, которые не появлялись уже некоторое время, а также показать те изменения, которые претерпели некоторые старые персонажи, которых помнят игроки. Так сказать, представить их в новом свете. В Street Fighter 5 мы действительно хотели снизить порог вхождения, потому что иногда игра отпугивает, особенно спустя несколько лет после релиза, когда соперники находятся на недосягаемом уровне для новичков. Поэтому мы хотели создать новую V-System, механику, которая будет доступнее. Механика эта очень удобна в управлении и базируется на применении всего лишь двух кнопок вместе — мощный удар кулаком и удар ногой, средний удар ногой или рукой. Ее идея заключается в том, что вам не нужно разучивать массу трудных для запоминания комбинаций или движений. Управление будет простым. Главное знать, как их использовать. Мы постоянно общаемся с сообществом, особенно когда речь заходит о списке персонажей. Кто останется в финальной версии игры? Каждый раз по-разному. В этот раз мы анонсировали Карин, известную по приквел серии Street Fighter Alpha. В Японии вот недавно показали Пола. Мы были приятно удивлены тем фактом, что Карин лидировала в вопросе, какого персонажа вы бы хотели увидеть в новой игре. Мы даже не могли и подумать о том, что она настолько популярна. Мы хотели вознаградить фанатов за отзывы, сделав анонс на ТГС во время презентации на сцене. Это было потрясающе. Мы также внимательно изучаем новые рынки и ищем новых потребителей и игроков, создавая для них новых персонажей. К примеру, мы недавно продемонстрировали Рашида, первого персонажа с Ближнего Востока в истории Street Fighter. Анонс состоялся в рамках Games 15 в Дубае. Мы получили мощный заряд эмоций от анонса на сцене. Мы как бы говорим спасибо вам за время, проведенное в Street Fighter, и мы хотим вознаградить вас уникальным воином, олицетворяющим вашу страну. Мы работали в тесной связки с партнерами-дистрибьюторами с Ближнего Востока, компанией Pluto. Во время разработки концепт-арта мы хотели убедиться, что все сделано правильно, чтобы Рашид выглядел и ощущался правильно. Понимаете, персонажи Street Fighter, мы играем за стереотипы, в хорошем понимании этого слова. Они весьма сильны и грациозны, очень игривы. Однако мы всегда стараемся убедиться в том, что они никого не оскорбляют, так как грани дозволенного переступить легко. Именно поэтому мы работаем в такой тесной связке. Еще раз, мы внимательно прислушиваемся к отзывам фанатам. На мой взгляд, разочарование игроков вызывало необходимость покупать новые версии игры. В Street Fighter 5 мы обратили внимание на это. Будет всего одна версия игры. Достаточно купить диск с игрой. Не будет никаких Ultra Street Fighter 5 или Super Street Fighter 5. Появится специальная сервис-платформа. Все необходимое будет на диске, а остальное будет доступно через данный сервис после релиза. Самое замечательное заключается в том, что контент, который появится после выхода игры, вы сможете купить за реальные деньги, если у вас нет времени. Однако также вы сможете заполучить его и бесплатно. Играя в онлайне, вы зарабатываете внутриигровую валюту. Большинство контента можно будет разблокировать в том случае, если вы потратите время. Сражаетесь хорошо, получаете больше валюты и доступ к контенту, который будет выходить до тех пор, пока мы будем поддерживать Street Fighter 5. Я считаю, если вы не оглядываетесь на конкурентов, это может иметь негативные последствия. Такое случается в других жанрах, например, в спортивных играх. У нас есть привилегии. Понимаете, Оно-сан, работающий над Street Fighter 5, дружит с Харата-саном, который работает над серией Tekken. Эта дружба привела к появлению на свет Street Fighter X Tekken. Каждый, кто был вовлечен в этот проект, многому научился. Фундаментально разные игры объединились в одну, поэтому мы изучали, что для этого можно было сделать. Очевидно, что некоторые из элементов
элементов Street Fighter X Tekken повлияли на Street Fighter 5. Мы используем тот же сетевой код. Он был крайне стабилен и получил положительные отзывы от пользователей. Но мы также заглянули в наше собственное прошлое. Одна из самых важных вещей в Street Fighter 5 — это V-System. Возьмем, допустим, Рю. Его V-Skill — парирование, которое было у каждого персонажа в Street Fighter 3. Но его нужно уметь использовать. Мы сделали Рю более индивидуальным, поэтому он единственный из всех персонажей обучен парированию. Вы можете парировать любое движение в игре, однако только при игре за Рю. Мы не просто обратились к старым играм, но и сделали их более приемлемыми, поэтому все не построено на одном режиме. Взгляните на Street Fighter 4 и систему фокуса, которая не всем пришлась по душе. Теперь же только половина персонажей обучена этому. К примеру, Мика имеет фокус движения, дающий неуязвимость на один прием. Но если вам не нравится это, то можно найти другого персонажа. Я не могу много рассказать об одиночном режиме, который обязательно будет на релизе. Однако теперь у нас появилась свобода интегрировать новые элементы уже после выхода. Мы можем собрать мнение игроков и оперативно внести изменения. Больше нет необходимости в выпуске новых дисков. Следите за анонсами, думаю, поклонники будут в восторге. Мы работаем в тесной связке с Mad Catz, они наши близкие партнеры. Это позволяет проводить совещания по ходу разработки. Выбор офиса Capcom — это Tournament Edition 2. Огромный такой файт-стик, отлично подходит для игры. Игра выйдет на PlayStation 4 и PC. И что самое крутое, впервые у нас появится кроссплатформенное взаимодействие между двумя базами пользователей. Это стало возможным благодаря договоренностям с консольным партнером. Ну а PC является открытой платформой. Мы хотим узнать, что будет, если заставить их сражаться друг против друга. И мы взглянем на то, как различные стратегии разработки повлияют на аудиторию консолей и PC. Очень интересно взглянуть на конечный результат. Что касается античит-защиты, мы работаем в тесной связке со Steam и сможем извлечь определенные уроки, если это произойдет. Мы заключили партнерство со Steam. В Европе вы, конечно же, сможете купить диск с игрой, однако аккаунт в Steam все равно будет необходим. Я был очень рад оказаться на Игромире, на это есть несколько причин. Я большой фанат русской водки. Это великолепная возможность, так как водка Великобритании просто ужасна. Однако мы также подготовили анонс нового персонажа Зангиева, полуголого бойца с массивным подбородком и любителя выпить водки после победы над противником. Анонс состоялся на сцене Игромира, я очень рад вживую увидеть реакцию фанатов на презентацию, особенно на родине Зангиева. My iron body is invincible, so beware! Zangief wins.